Второй день карантина и закрытых границ. Сегодня в Похоле дождливая погода. Никто не гуляет, даже град прошел. Никаких особых изменений нет. Все в таком спокойном режиме, как будто бы все на каникулы ушли. Ну вот, кстати, интересно, с утра были похороны. Ночью умерла соседская бабушка, но она болела раком и ожидаемо находилась в таком состоянии. Вот, ну, конечно, никто не диагностировал, но вроде бы это не связано с текущей там вирусной ситуацией. Вот, тем не менее, бабушка умерла, и так как здесь очень сильные религиозные традиции и вся эта обрядовая часть, то пришло довольно много людей, как-то там, в общем, готовили тело, и потом куда-то это тело уносили. Вот, их сопровождала тоже полиция, наблюдала на это все, но никто как бы не запретил им собираться, вот, хотя было человек 20, наверное, такая толпа небольшая. Вот, это к интересным замечаниям про то, что по религиозным причинам, например, здесь очень сложно что-то отменить, запретить и так далее. Вот, но пока ничего не происходит, пока все спокойно, люди вроде как бы соблюдают карантин и все предписания. Мы идем по Лейксайду, обычно самая оживленная часть города. Вот видим, что все закрыто, только в некоторых кафешках сидят, видимо, работники, поют песни под гитару, готовят еду. Несколько местных жителей прогуливается, парочка туристов. Но, в принципе, вот все закрыто и все довольно безжизненно. Спасибо.